А вот и Ира. Мам, это что здесь? Здравствуй, Петр. Ром, привет. Привет. Какими судьбами? Петя позвал. Что происходит? Я хотел с вами обоими поговорить. Что за шутки? У меня нет времени. Да знаю я, что вы встречаетесь. Самое интересное. Роман решил свалить за бугор и тебя с собой прихватить. А чтобы никто не помешал, порчу на меня навел. Дружище, что ты несешь? Не смешно. Порча хитрая, чтобы я стал причиной гибели сына, Сережки. Раз и нет балласта. Ни меня, ни твоего ребенка. Так, все, я ухожу. А знаешь, почему я сказал твоего ребенка? Потому что ты от Романа его родила. Видишь, я не понял. Это что, правда? Я все исправлю. Все исправлю. Ты что? Действительно это сделал? Ну, конечно же. Он же не знал, что хочет уничтожить своего сына. Не приближайся к моему ребенку, понял? Это мой сын! А встречу у нотариуса завтра назначим.